Сегодня в Академическом театре имени Кирова балет Чайковского «Лебединое озеро». Танцуют народные артисты Советского Союза Дудинская и Сергеев. Наталья Михайловна, я помню, часто проезжала мимо ваших окон. Стекол не было видно. Это все были сплошные букеты цветов. Но если вы посмотрите, у меня и сейчас букетов много. А в столовой даже лежат на полу. Там, сейчас. Так что я не хвастаюсь, нет. Но я просто благодарна, что меня помнят. Помнят. Помнят из поколения в поколение. Слава Дудинской и Сергеева не имеет ничего общего с мгновенным светом звезд. Об этом удивительном классическом дуэте на сцене и в жизни слагают легенды. Наталья Михайловна, у вас много интересных вещей, много игрушек, кошечки. Ой, это все мне подарки. Это все на сцену мне приносили и даже бросали иногда. Ну вот я очень люблю шкатулки с музыкой. Открыть? Да, с удовольствием. Правда, прелесть? Не завести, наверное. А можно? Это да, тоже? Да, конечно, знать? Да. Притом это рояль, вы заметили, да? Да-да-да. Клавиатура. Да. Сейчас нет такой публики, как было раньше. Раньше были театралы. А сейчас, главным образом, иностранцы, которым престижно пойти в Мариинский театр. Им совершенно все равно, кто танцует. Иванова, Сидорова, Петрова. Раньше шли на актера. У меня на лестнице была целая, я вот даже не знаю, как, толпа. Вы знаете, это что-то было ужасное. Я никуда не могла пойти одна. Я хотела, иногда я иду, я знаю, что за мной идут. Знаете, очень неприятное чувство. Я один раз так было. Притом я шла одна. Мне так надоело, что они за мной ходят. Я вот так развернулась, говорю, оставьте меня в покое. И пошла. Не знаю, что с ними там было, мне было потом стыдно самой. Вот это гримерная. Наталья Михайловна здесь гримировалась 31 год. Волновалась 31 год. Готовилась, настраивалась. Забегала в антракте, наверное, запыхавшись. Даже чувствуется такая энергия здесь. Я тоже здесь переодевалась. И иногда тоже волновалась. 31 год. 31 год танцевать. И если еще представить, сколько спектаклей за каждый год. Сегодня день рождения. Так хочется ее поздравить. Она была удивительная, конечно. Женщина очень сильная. Наверное, эта сила вот передалась ее ученицам. Во всяком случае, я помню, что настраивала она всегда на спектакль. Без особого пафоса, но ее собственное настроение передавалось. Она никогда не боялась за нас.
Видимо, она не боялась за себя, когда выходила на сцену, а выходила с ожиданием, с предвкушением. И вот это отношение к сцене, к выходу, к спектаклю, оно невольно передавалось. Я помню, что мои воспоминания, я внутри всегда удивлялась, как вот ей не было страшно, потому что это ощущалось в том, как она нас настраивала. Она всегда входила, улыбалась своей мягкой улыбкой. Я помню еще, как она говорила, ну, давайте. Никогда не говорила об ошибках до спектакля, никогда не напоминала, что надо сделать, чего делать не надо, не забудь о том, об этом, здесь вот сделай, помнишь, здесь вот у тебя слабое место. Она никогда не говорила о слабых местах, она просто входила и заражала своим настроением, настроением перед спектаклем, настроением радости, настроением того, что происходит что-то особенное, но очень, очень положительное. Вот на этой дорогой моему сердцу сцене. Сколько было переживаний, сколько было радости. Я люблю наш кардебалет, наших солистов, наш балет в целом. И считаю его лучшим в мире. Вот мне кажется, что надо научить своих учениц любить это искусство, быть влюбленным в это искусство и жить для этого искусства. Так жила я. Вы знаете, мне даже хотелось бы перенестись в то время, когда она танцевала, чтобы почувствовать, как это было тогда. Потому что мы уже другие, время другое, зрители другие. И ее эпоха, эпоха Натальи Михайловны, по воспоминаниям ее современницы, современников, людей, которые обожали балет, и которым это было нужно как воздух, особенно в то сложное время, когда цензура была везде и всюду, но цензуру на эмоции можно было... Цензуру на эмоции невозможно было наложить, поэтому балет являлся такой отдушиной для людей. И я думаю, что это витало в воздухе. Очень хочется попасть в то время, чтобы ощутить вот эту необходимость в балетном искусстве, которую испытывали люди того времени. Год 1951. Большой театр. Сегодня здесь праздник. Театру 175 лет. Пленка, которая донесла до нас атмосферу того времени, без звука. И фантазия подсказала нам мелодию из кинофильма «Мост Ватерлоо», который в то время, да еще на таком торжественном концерте, конечно же, звучать не мог. Когда я маленькая была, я потеряла папу. Он был военный, и мы его с мамочкой потеряли. Это был один из четырех царских полков. И говорили, что зачем он служил царю, кому он должен был служить, раз он был в этом полку. Он был в чине полковника и должен был получить генерала вот-вот-вот. Как он погиб? Его два раза арестовывали, потом выпускали, потом опять, потому что мы жили в Харькове, и там очень часто власть менялась. 12 раз просыпаемся одним, прошло там какое-то время, просыпаемся другим. Я же 7 лет танцевала на сцене. Значит, по семейным обстоятельствам мама с моим отцом переехали в Харьков, потому что бабушка моя была там начальницей института, а отец должен был уйти из полка. Благородная девица. Да. Вначале она была здесь, это Смольном. Потом была здесь. Ах, наоборот. Нет, она училась в Смольном. Она кончила Смольный.
Потом она была инспектрисой в Смольном. А потом, значит, ее направили в Харьков уже начальницей института. И, а папе пришлось уйти из полка, он был военный, потому что мама танцевала. Так что благородные, простите, манеры, прекрасное воспитание – это от бабушки? Наверное, наверное. Она, кстати, была очень строгих правил. Но они меня очень любили, я же была одна в семье. Вот, и мамочка меня начала учить. Да, я родилась в Харькове, случайно, потому что они всю жизнь жили в Петербурге. И мама меня с 7 лет начала учить. Мама всегда меня водила на все концерты. И я видела и Морткина, видела и даже Айседору Дункан. Я танцевала 9 лет Лизу в «Тщетной предосторожности». У мамы были маленькие, средние и старшие. В общем, когда мама сказала, что она меня везет в Петербург, я была в отчаянии, потому что мне нравилось, что я имею успех. Меня узнавали на улице. А ехать было очень сложно. Это 23-й год, это какой-то был ужас. Даже детские мои воспоминания о каком-то ужасе. Много народу, что-то все с мешками какими-то. Ну, в общем, он говорит, так у нас ничего нет, ни туфель, ни трико, ни платьица, ничего нет. А как это я сейчас скажу, девочки ей все дадут. Девочки мне трико не дали. А у меня были такие маленькие детские чулочки, коричневые, в резиночку. И от колена до бедра была резиночка просто вот такая. А это все было голенькое. Дали платье с большим, чем мне нужно, размером. А туфли размера на 2 больше, чем моя нога. Поэтому я предстала перед комиссией, а комиссия была Лобухов, Ваганова, Пономарев. Ну, в общем, все столпы того времени были на экзамене. Но я понимала своей головенкой, что я должна выдержать во что бы то ни стало экзамен. Потому что нам некуда возвращаться. У нас все там продано, все, ничего, студия закрыта, все. А вообще ведь на экзамен мамы и папы всегда хотят одеть своих девочек, мальчиков в банты какие-то накрахмаленные. А я как чучело пришла. Ну, уж я не знаю, чем я пленила. То ли потому, что я так отчаянно боролась со всеми и все-таки все делала. Меня приняли, при том, Калюша, 11 лет мне тогда, только-только исполнилось 11, меня приняли в 5 класс. Мечта была это попасть в класс Ваганова. И когда это наконец свершилось, то я была счастливым человеком. Я вообще жила так, только уши и глаза. Что она показывает и что она говорит. Знаете, вот так. Совсем девочкой, Наталья Михайловна сверкала на сцене. И вот то, что мне удавалось как-то наблюдать ее, как она разговаривает, как она общается с людьми, она была тогда, ну что ли, чуть-чуть острее, резче. Она пользовалась огромным успехом. И она нравилась, потому что в ней вот была та самая изюминка, которая не всегда бывает. Сколько угодно существует красивейших женщин. Но вот чего-то нет, а в ней было это. Вот когда она танцевала, в ней ведь притягивала не только техника, не только актерские работы, не только блеск балерин, но притягивала и какая-то загадка в ней, острота вот этой актрисы. Ее черные глаза блестящие, они тоже очень помогали этому. Она была очень хороша. Я знаю, что у нее было очень много поклонников. И вообще-то уникальный человек совершенно. Я ходила к Николе Морскому, вот знаете, Никольскому. Да. Но там такие оказались плохие люди, которые там сидели, наблюдали, потом доносили, и все. Я перестала туда ходить. И я очень верующий человек, никогда этого не скрывала, и Костя тоже. И я дома молюсь.
Я сейчас только в самые такие, на Пасху хожу. Но вы не были членом партии? Кто, я? Да. Что вы, вот никогда? Я и говорю, я утвердительно говорю, что вы не были членом партии, однако же на вас тоже жаловались. Ну, конечно. Те, которые не любили, шли на все. Наталья Михайловна, у вас, у Константина Михайловича огромное количество наград. Вы сколько раз лауреат Сталинской премии? 4. 4, а Константин Михайлович, по-моему... Нет, тоже 4, только у него еще первой степени медаль. Это он получил тогда, когда мы были на гастролях в Таллине. Это как раз был, так сказать, апогей нашей встречи. И вот он получил эту премию. Костника я боготворила. Это было солнце в моей жизни. А вот что сегодня все эти звания? Мне кажется, есть Наталья Дудинская, прекрасная Наталья Дудинская. В коробочках лежат ордена. Или это сегодня для вас тоже что-то значит? Ну, это приятно, что это есть. Я очень благодарна за оценку. И приятно, что это есть. Я рада, что это есть. И не то, что мне не надо это. Мне надо это. Золушка – это любимая сказка всех народов. Это сказка, которая возбуждает добро. И это моя любимая сказка была в детстве. И я всегда думал, Золушка, это ведь придуманное имя, а как ее по-настоящему зовут? И только теперь я понял, зовут ее по-настоящему Наташа, Наталья Михайловна Дудинская. Золушка, это действительно нас соединило. Когда Костенька стал делать Золушку, он еще начал это делать в Перми. Еще война была. Да, Прокофьев приезжал. Да, Прокофьев приезжал, да, и они работали. И он там со мной начал учить Золушку. И то еще, вот очень хорошо Ильяш писал, что мы шли длинным-длинным путем, пока мы... соединились, хотя мы с 14-16 лет, в общем, были рядом. Он танцевал с Галиной Сергеевной, а меня пригласил Вахтанг Чебукьяни, чтобы я с ним танцевала. И вот у нас было таких два дуэта, очень сходные по внутренним таким лирическим качеством, что ли, Уланова и Сергеев. И мы с Вахтангом более такие бравурные, более такие темпераментные, да. Вот, значит, у нас было такие два дуэта. А потом, когда началась война, Галя уехала в Москву. Она была замужем за Завадским. И Вахтанг переехал в Тбилиси. И судьба нас свела с Константином Михайловичем. Хотя я танцевала до этого тоже с ним. Но основной его партнершей была Уланова. А вот во время войны и после войны нас буквально судьба соединила, мы танцевали все вместе, весь репертуар. И вот тогда началась Золушка. И темный зал, в какой-то там, я не знаю, школе, что ли это было. При огарке свечи. Константин Михайлович мне рассказывал чудесный мир Золушки. Наталья Михайловна была очень сама по себе яркой личностью, именно личностью. И потому настоящие актеры, они всегда личностные. Я думаю, что вот эта удивительная пара, Константин Михайлович и Наталья Михайловна, они дополняли друг друга. И она всегда говорила, я не могу без Котеньки, я не могу жить и существовать. Испанский танец. Исполняют Дудинская, Гридин и Чернышов.
того, что так любила свою профессию, была очень щедрым человеком в плане помощи в творчестве людям. Вот эти ее вечера замечательные в Большом зале филармонии, когда собирался репертуар необычайно огромный. Например, Пахиту, когда возобновили, то она одела всю Пахиту. Тогда же не было этих замечательных тканей, которые теперь мы запросто можем купить. Но она привезла тюль, она одела кардебалет. Она мне подарила свой замечательный красный тюник, который, ну, перешили для меня специально, но этот костюм, тогда же ничего не было. Для меня был такой подарок сказочный, и я долго очень это все сохраняла. И он у меня дома еще есть до сих пор. Вот такая память о ней, как о необычайно щедром человеке, не только в плане творчества, но и вообще. Любила помогать людям очень. Доброта такая вот, широта. Она была мне как вторая мать. А потом мы с ней так дружили, что, знаете, она могла ко мне прийти в 2 часа ночи. Вот иногда, там несколько раз бывало, в 2 часа ночи звонок. А кто там? Это я. Я открываю дверь. Боже мой, Гребина, ну почему вы не спите? А вот, говорит, белые ночи, мне не спится, я пошла гулять, смотрю, у тебя свет. Но я на огонек и пришла. Она такая чудная была женщина, строгая, требовательная, но до чего добрая, до чего она была сердечная, как она людям помогала, и какой была она гениальный педагог, гениальный. Она даже тех, которые ленились, которые плохо занимались, и они все равно вышли профессионалы. Я не знаю, как она это делала. Ложусь в 4 часа ночи, иногда половина пятого. Ну, вы шутите. Ну, честное слово, ну что? Позвоните мне когда-нибудь. Режима у меня нету. Я люблю, когда пустынный город, когда никого нет, посмотреть на улицу. Чудный город, вид чудный из окна, замечательный. Я люблю это. Я и осень люблю, я и зиму люблю. Я никогда ничего не чувствую, эти перемены. Очень хорошо, сегодня 2 градуса, а завтра 15. Ай-яй-яй, ну одеться потеплее еще. В центре города прекрасная сова. Ну сова самая настоящая, сова со стажем, с огромным. Какой потрясающий у нас театр. Неописуемой красоты. Я думаю, наверное, точно так же думала Наталья Михайловна, когда шла по этому проходу. И все зрители смотрели на них с Константином Михайловичем. Они, наверное, специально немножко позже входили в театр для того, чтобы занять свои особые места в первом ряду 14-15. Зрители им всегда аплодировали. А вот здесь всегда лежали цветы и ждали Натальи Михайловны. Отсюда все очень хорошо видно. Гораздо лучше, чем в галерке. Здесь видны ошибки, здесь видно настроение. Даже видно, когда танцовщики расстраиваются из-за каких-то оплошностей. Иногда даже видно, как
Слезы наворачиваются на глаза от досады. Но Наталья Михайловна всегда сохраняла самообладание, даже когда ужасно переживала за нас и за всех, с кем она душой и сердцем была скреплена узами педагога-ученика. Михайловна, у вас очень много учеников. Вот Ульяна Лопаткина. Я почему-то была уверена, что вы спросите про нее. А почему? Ну, она такая особая девочка. Да. Очень хорошая, очень талантливая. И ну, не похожа на других она. Она вдумчивая, она серьезная очень. В то же время она, ну, как молодой человек, она и веселая, и общительная. Очень осторожная. Все любят меня относить. Но она очень серьезно к этому относится. Она разборчивая. Она отбирает то, что ей надо, то, что ей идет, то, что надо добиться. Ей трудно, а надо добиться. Она добьется обязательно. Постоянные люди в доме. Это началось, она мне еще рассказывала, как она иногда приходила домой и спрашивала, ну, кто у нас сегодня обедает. И говорит, да вот тут уже Версаладзе. Версаладзе вообще мог прийти спокойно и пойти к ней в спальню отдохнуть, полежать, или на диванчике в гостиной прилечь. То есть дом постоянно открыт, открыты двери. И она порой даже не знала, кто у нее в доме, понимаете, находится, придя в дом, к себе домой. А Константин Михайлович, наоборот, он, ну, конечно, он очень много работал. Особенно в последние годы ему нужно было сосредотачиваться. А в доме у Натальи Михайловны это совершенно невозможно. И он любил как раз, любил посидеть, чай попить, пообедать, но обязательно он к вечеру уезжал к себе домой. И начинались телефонные переговоры с Натальей Михайловной. То есть остаток вечера они проводили у телефона, разговаривая друг с другом уже по телефону. Это правда. Это правда. Я всегда была ей благодарна и любила ее всегда. Пусть я не выражала свою любовь так бурно, но это всегда было так. Танцевали на грузовиках. Эти грузовики изображали сцену, а кругом был сидел народ. Конечно, это было некомфортабельно для нас, потому что на пальцах было просто очень страшно. Но это было то время, когда необходимо было ехать, поднять, да. Ой, как-то боевой дух. Одни лица вообще увидеть, эти лица, которые с таким восторгом смотрели, независимо от того, хорошо танцевали или не очень хорошо танцевали в таких условиях. Лица были просто ну, воодушевленные, какие-то радостные, какие-то человеческое было счастье.
Но важен был сам факт приезда, что они не забыты, что о них помнят. Конечно. А вы знаете, потом, Горюша, мы, Фея Ивановна Балабина, Константин Михайлович, Сергеев и я, ездили в Ленинград. И у нас было два концерта в филармонии. И во время концерта был обстрел. И ни один человек не ушел. И когда мы с Константином Михайловичем первым номером вышли, весь партер филармонии встал. Знаете, вот здесь вот так ощемило, и слезы были просто... Удержать было невозможно слез. Я плакала. Чтобы коситура задержаться на эту позу, понимаешь? Та-та-ра-рам, да, первый раз, та-та-ра-рам, па-пам. У нас рука, стараемся друг другу помочь, получается? Не надо, вот рука, вот. Вот так вот мы, да? Теперь мы пошли вот так, а теперь вот рука, вот. И все. Я ничего там не делаю, я его не выпускаю. Я не выпускаю твои пальцы, понимаешь? А ты, наверное, выпускаешь. Мягче, нежнее. Да, хорошо. И вот это адажио, которое Константин Михайлович поставил в сцене сна, они с Костей Заклинским настолько подходят друг к другу. Вот если бы Сергеев видел, как они танцевали адажио, я думаю, что он был бы очень доволен. Просто очень. Потому что оба высокие, оба красивые, оба длинными, с длинными линиями. И я думаю, я сегодня получила огромное удовольствие. И вообще я счастлива, что мне удалось подготовить такую исполнительницу. Это как будто как кот лапкой. Да-да. Вот такой мягенькой ножкой, понимаешь? А то немного, они стучат. А с другой стороны, я боюсь, что это будет вяло. Нет, вяло не надо. Ну, нужно, знаешь, вот как кошачьей лапкой такой. Раз, два, раз. Что можно назвать счастьем, это, видимо, этап вот этой работы. Нельзя убрать ни одного дня. То есть каждый день, это была цепочка, знаете, цепочка, которая подвела вот к этой премьере роскошного спектакля. Возможно, что что-то не удалось, но только благодаря мне не удалось. Все, что удалось, только благодаря Дудинской, поскольку то, что она в меня вложила, это хватит, по-моему, на десятерых. То есть я только впитывала как губка. Естественно, наверное, я смогу выдать все, что я получила от Натальи Михайловны только позже, целиком. Столько волнения, столько радости, столько а чего волнения. Больше? Радости. Вот через этот вход Наталья Михайловна появилась в театре в один из своих последних посещений, когда она уже не могла ходить, и ее принесли на кресле, подняли по лестнице, и она смотрела уже не со своего обычного места в партере спектакль, а здесь, из этой ложи. Она до самого конца оставалась сильной. И я вспоминаю, когда мы пришли все вместе к ней в гости, выпускницы разного времени, разных лет, она так повернулась ко мне и сказала: «Какая ты молодец, что ты родила ребенка!» Для меня это было... Слышать? Ну, можно, наверное, сравнить как гром среди ясного неба. Она никогда прежде со мной об этом не говорила. Я думаю, что в этом была даже какая-то боль ее. Я так почувствовала. А иногда даже я слышала в трубку такие интонации удивления. «Да, я очень рада, что ты все-таки это сделала», — говорила она.
И я вспоминала свои ощущения в репетиционном зале, в балетной школе, когда она возмущалась, негодовала по поводу моих ошибок и моего нетерпения. И она терпела наши характеры, а мы с трудом терпели трудности балетных технических вариаций. И потом, чуть позже, несколько лет спустя, когда мне удавалось то, что не удалось в школе, я слышала, как она радуется, сохраняя такой строгий тон педагога. Мне было очень приятно. Ну, жизнь такова, что все меняется, что все мы не вечны. Они при жизни надеялись, знали, что их имена не будут преданы забвению. Но на Малой Морской нет традиционных цветов на окнах, а мы с грустью читаем. Ну, а что же на Каменноостровском 2? Да ничего, музей-квартира Сергеева так и не открыта. Когда Наталья Михайловна, допустим, видит, что Константин Михайлович не очень хорошо выглядит, не очень в хорошем настроении. И она спрашивала: «Котенька, у тебя что-то случилось?» А называли они постоянно себя Котенька, Талюша, Талюна. «Котенька, у тебя что-то случилось?» И он всегда ей говорил: «Талюночка, когда надо будет, я тебе скажу».